Третья книга Моисея, Левит, глава 15. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Объявите сынам Израилевым и скажите им, если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он нечист. И вот закон о нечистоте его от истечения его». Когда течет из тела его истечение его, и когда задерживается в теле его истечение его, это нечистота его. Всякая постель, на которой ляжет, имеющая истечение, нечиста, и всякая вещь, на которую сядет, нечиста. И кто прикоснется к постели его, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Кто сядет на какую-либо вещь, на которой сидел, имеющий истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И кто прикоснется к телу, имеющего истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Если имеющий истечение плюнет на чистого, то сей должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякая повозка, в которой ехал имеющий истечение, нечиста будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к чему-нибудь, что было под ним, нечист будет до вечера. И кто понесет это, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, к кому прикоснется имеющий истечение, не омыв рук своих водою, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Глиняный сосуд, к которому прикоснется имеющий истечение, должно разбить, а всякий деревянный сосуд должно вымыть водою. А когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда должен он отсчитать себе 7 дней для очищения своего и вымыть одежды свои и омыть тело свое живой водою, и будет чист. И в 8-й день возьмет он себе 2 горлиц или 2 молодых голубей и придет пред лицо Господне ко входу скинии собрания и отдаст их священнику. И принесет священник из сих птиц 1 жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит его священник пред Господом от истечения его. Если у кого случится излияние семени, то он должен омыть водою все тело свое, и нечист будет до вечера. И всякая одежда, и всякая кожа, на которую попадет семя, должна быть вымыта водою, и нечисто будет до вечера. Если мужчина ляжет с женщиной, и будет у него излияние семени, то они должны омыться водою, и нечисты будут до вечера. Если женщина имеет истечение крови, текущей из тела ее, то она должна сидеть 7 дней во время очищения своего, и всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера. И все, на чем она ляжет в продолжении очищения своего, нечисто, и все, на чем сядет, нечисто. И всякий, кто прикоснется к постели ее, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к какой-нибудь вещи, на которой она сидела, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Если кто прикоснется к чему-нибудь на постели или на той вещи, на которой она сидела, нечист будет до вечера. Если переспит с ней муж, то нечистота ее будет на нем. Он нечист будет 7 дней, и всякая постель, на которой он ляжет, будет нечиста. Если у женщины течет кровь многие дни не во время очищения ее, или если она имеет истечение доли обыкновенного очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее, подобно как в продолжении очищения своего, она нечиста. Всякая постель, на которой она ляжет во все время истечения своего, будет нечиста, подобно как постель в продолжении очищения ее.
и всякая вещь, на которую она сядет, будет нечиста, как нечисто это во время очищения ее. И всякий, кто прикоснется к ним, будет нечист, и должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. А когда она освободится от истечения своего, тогда должна отсчитать себе 7 дней, и потом будет чиста. 8-й день возьмет она себе 2 горлиц или 2 молодых голубей и принесет их к священнику ко входу скинии собрания. И принесет священник одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит ее священник пред Господом от истечения нечистоты ее. Так предохраняйте сынов Израилевых от нечистоты их, чтоб они не умерли в нечистоте своей, оскверняя жилище мое, которое среди их. Вот закон об имеющем истечении и о том, у кого случится излияние семени, делающее его нечистым, и о страдающей очищением своим, и о имеющих истечение мужчине или женщине, и о муже, который переспит с нечистою.